Здравствуйте, дорогие друзья! Что ж, пора сделать последнее здание. Вот такое у нас здание нарисовано. Я так подумал, лучше всего, наверное, будет взять какую-то подходящую коробочку. Ну, вот, допустим, вот эту коробочку, да, из-под красочек. Сделать. И она как раз мне подходит. Сделать ей боковины, вклеить сюда. Сюда вклеить боковину. И закрыть вот эту. Потому что она у нас будет плоская. Чтобы не особо выделялась. Вот, я сейчас вырежу вот такую штуку. Благо сгиб здесь есть. Я позавчера был у магазина. И там в контейнере, который на вывоз шел, я обнаружил такую хорошую штуку. Сейчас покажу. Мне так понравилось. Картон замечательный. Ну, я не знаю, для чего это, но, в общем, вот такая большая коробища. Мне больше всего понравился здесь картон. И, скажем так, я его решил использовать. Это правильно. Оно с двух сторон, главное, такая белая. Прям приятно работать. Разогрел пистолетик. Ну и вот. Сейчас мы с вами вот сюда приклеим. И вот так опустим. И все будет красота. Давайте так и сделаем. Ну, теперь вот эту часть, что здесь немножко неровная эта вещь, не играет никакой роли. Ну, как это будет вот так. В итоге мы получили вот такое картонище, которое будет точно выглядеть как наш завод по производству, я еще не решил чего. Ну, со временем решу. Так, короче, теперь мне надо сделать следующее. Я хочу тут, вот у меня такая, есть такая загогулька. Теперь мне надо до конца провести трубу. Так, сейчас мы это сделаем. Сейчас мы это сделаем. Вот только линейку найдем. Так, это будет где-то... Сейчас глянем. 6,7. Сейчас отрежем. Вот у меня такая труба есть. Ну, это используют в основном кабеля прокладывают электрики. Сейчас я от нее отрежу, сколько мне нужно. Сколько я сказал? 6,7. Семь.
Вот так. Ну, для того, чтобы она плотно вставлялась, с вами сейчас сделаем подобие втулки. А? Где она у нас, подобие это? Подобие. Где она у нас? Только что было. Ладно. Вот такое, да? Так. Отрезалкин. Выверчиваем сюда, накручиваем. Бумажку, которую отрезаем. Так, здесь мы ее наклеиваем. И получаем довольно-таки плотное соединение. Сейчас, секундочку, проверим. Проверим сейчас, где у нас медная трубочка. Эти переходники я купил в хозяйственном магазине. Вот смотри, как садится. Садится просто прекрасно. Так. Смотрим длину. Как у нас насчет длины? Насчет длины у нас прекрасно. Вот такая длина будет. Ага. Которую пометить. Теперь надо покрасить это дело. Так, покрасим ее в черный цвет. Потому что черный в этом случае является, наверное, грунтовкой. А давайте попробуем просто меди покрасить. Просто возьмем медную красочку и покрасим. О, дождик какой пошел. Давно не было дождя. Так, давайте возьмем купюр. Вот он купюр наш. И попробуем просто без грунтовки. Ну, скажем, немножко плоховато получается. На просвет она работает. Придется на два раза делать. Лучше, когда она черным покрыта. Потом она очень аккуратно, красиво садится. А так оно просвечивает. Пластмасса просвечивает. Ну, вы скажете, что какие проблемы. Берешь фен и... Подсохло сразу. И еще раз наносим. Аккуратно, ровненько наносим. И оставляем сохнуть. Или же в очередной раз проходим феном. Таким образом.
получаем такую гильзу. Прекрасно. Следующий. Видите, у меня вот такие есть колечки золотые, то есть от золота покрашенные. Я их делаю из другой трубы, диаметром чуть побольше. Вот она, труба другая. Ну, чтобы, скажем так, не мучиться, я просто отрезаю вот здесь. Вот так. Примеряем. Да. Чуть-чуть отрежем. Так. Ну и здесь покрываем секундным клеем. Ну, должен хорошо схватиться. Запоминаем, где оно будет у нас, и соединяем их. Вот так. Таким образом у нас уже есть кольцо, которое вот тут встанет очень по месту. Нам надо будет еще одно колечко. Так как я это уже использовал, мне они не нравятся. Я сейчас отпилю пару колец с трубочкой, которая побольше. Я не могу сказать вам диаметр, потому что я был поставлен условием, когда всего две их, два размера. Один побольше, второй поменьше. Поэтому мне было все равно, надо было брать, да и все. Вот я сейчас отпиливаю, слышен звук. И видно потрясение. Так, вот одно. И вот вторая. Желательно, конечно, пройтись по заусенцам. Нужно надфилем пройтись. Так вот. Или положить на наждачную бумагу. Тереть-то так вот немножечко. Тереть-то. О, трясется как. Так. Черненько. Одна. И сразу вторая. Немножко надфилем пройтись еще. Так. И покрасить под золото. С меди она будет хорошо выглядеть. Ну, а потом можно использовать тот же самый прием,
разрезать, несколько приклеить. Ну, я сейчас подожду, пока оно подсохнет. А сам пока пойду на балкончик, полюбуюсь дождем. Не было давно у нас дождя. Так, бросим, пускай сохнет. Отлично. Так, ну что, я решил тут, знаете ли, покрасить все белым цветом, потому как кирпичики, они высыхают. Я буду делать их из моделирной массы. Потому что из полимерной глины делать очень дорого получается. Поэтому мы так и сделаем. Из этой массы не будем делать. Будем делать из та, которая на воздухе сохнет. Эту часть я покрашу красной. Таким образом, черепица тоже будет через просветы не бросаться так сильно в глаза. То есть не дожидаясь, пока белый подсохнет, давайте красным закрасим это тут. Черновик. На черновую заказать, покрасим, да и все. Не особо укрывисто, тут не обязательно. Укрывистость у нас. Задняя сторона крыши тоже, наверное, покрашу. Ну и очередная пауза. Подумаю как раз, какую сделать черепицу. Пока суть до дела. Так, вот мы это. Немножко надо подрезать тут. Чуточку. Так вот. Вот так. Чтоб легло хорошо. Так. Так, здесь пойдет вот так. 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 Ну и вот эти колечки здесь сейчас поставим. Небольшие. Поэтому резанем тут, резанем здесь. И
Вот здесь соединим. Вот так. Соединим. Вот здесь тоже разрежем. Так вот. Еще немножко. И здесь секунду три. Вот так вот. Он будет выглядеть хорошо. Еще клей добавим и сравним. Вот так. Ну, этот посадим на простой клеевой пистолетик. Так. Здесь тоже соединим. Ну, таким образом получится у нас первый трубопровод. Вот так. Тут надо тоже добавить клейку. Вот так. Вот он, шпаклевка еще заделаю. И получится у нас очень неплохая труба, я вам скажу. Вот такая. Замечательная труба. Так, хорошо. Здесь немножко вмятина есть, мы ее шпаклевкой заделаем. Thank you.
Ну вот наши камушки. Я думаю, что их надо покрасить вначале. Хотя, может быть, и не надо. Может быть, лучше на месте красить. Пройдем клейком тут. Вот так. Так. Ну, давайте. Начнем, пожалуй. Смотреть, что они серые. Будут белые, я уверяю, к следующему сезону. Будут белые. Так. Вообще пойдет.
Ну вот, мы уложили здесь 36 штук. Выглядят они как настоящие кирпичики. Видать, что-то здесь на уровне сделано. Дно, что они так выглядят. Ну, потом попробуем покрасить, посмотрим, как это будет крашено, окей? Ну, а на этом я хочу закончить наше с вами видео. И завтра продолжим.